меня поклёпка была. Всё. Это мы. Что случилось? Егор решил вместо того, чтобы по верхушкам проехать по колее, застряли, выехали, опять застряли. Сейчас, когда будет совсем темно, мы, наверное, доедем и будем кайфовать. Обычно, наоборот, вот на таких машинах достают из грязи вот такие. Но у нас просто Егор мимо, блядь, дороги выебал как. Чё, мы выбрались из грязи, хотя в неё мы застрять-то не должны были по факту. Это не грязь, а, блядь, в ботинках там пройду. Вали. Прикольно. Я считаю, это рыболовный педикюр. Наконец добрались. Разбиваем лагерь. У нас уже здесь чик свет установили, машину припарковали. Максим же здесь собирает, значит, стол. Вытаскивает вот Егор лодку тащит. Вот наша обновка, это стол. Сейчас мы будем собирать его, разбирать. И потом уже посмотрим в собранном варианте, какой он будет. Для кухни Макс сейчас с ума сойдет. Что это будет, значит, есть, это для готовки. Вот, пацаны там жалуются, они полбревна спилили, а ты их еще не снял. Иди, пожалуйста. Давай, я тяну, а ты по волокну. Давай. Стой, пацаны. Толкать не надо. Один тянет, другой расслабляет руки. Потом другой тянет, второй расслабляет. Вот так вот, раз. Год, два. Давай. Это же такая любимая тема. Думаешь, если перевернешь, то меньше пилить придется. Да. Все, пошла. Угу. Все, ты домашний. Видал, как распилили? Специально ступеньку сделали для прикласа. Короче, приехали мы уже как 20 минут на точку. Ребята там бревна пилят, палаточка уже стоит, столы стоят, машины, все, мы разбираемся дальше. Дорога, конечно, была нелегкая, и транспорт нас подводил, и сами мы ехали долго за счет этого. Но все-таки мы приехали, сегодня мы сейчас кайфанем, покушаем, перекусим, ляжем поспать, с утреца проснемся, вот там рассвет будет, вон там. Мы глаза откроем, лодочки накачаем, спустимся, и судак такую поклевку даст. Ну, если нет, с берегом половим. Вон там, Денис Иванович зовет. Давай, с одного удара сейчас разрублю полено. Аккуратно здесь мы. Ну, считай, что... Ну, слушай, Макс, тебе вот это отлетело? Доска, филировочка. Прикольно, да? На. Ну, с двух. Че? Мы все с дороги сейчас, пока там разжигается казан, все дела, быстренько сейчас перекусим. Сальцом там. Пока режешь, можно на сальцу? Булбану. Нет. Пожалуйста. Ну я не ем. Немножко. Ну я не ем. Ты ел, пока резал, я же. Не, я это попробовал. Вкусно ли? Никак. Отвратительно. Да, хороший пацан. Наша рубрика. А что за рубрика? Едим сало вместе с Денисом Сундуком. А, прикольно. Берем. Значит, хлеб русский. Сюда вот горчичку. Русскую. Да, вот русская написано. Багет русский. Берем сало. Сальцушечка, вот это вот не нравится. А вы что по белому хлебу, да, меня критикуете, бля? Подожди, смотрите. Сало, значит, здесь хлеб, горчица русская, сало с прослойкой мяса, вот так вот сюда вот, шилдык-былдык. С русским. Конечно. Лук, как я знаю, что сердцевинки самые вкусные, сюда вот сердцевиночка мне. И погнали, в топку себе закидываем, Максим. Я ты, готовлю пока. Давай, ты повторяй за мной, на, вот сразу тебе вот этот кусок, так, хоп. Открывай свой лифт, это грузовой. Давай, грузовой лифт открываем. Жирло. И погнали.
даже. И что лук надо? Даже выглядит вкусно. Очень вкусно. Очень, да? Да. Сало, кстати, пойдет. Бомба! Короче, когда сундучок наш родной гонял один с Пашкой, с оператором, на рыбалочку, сплавлялись они, он заметил, что лодка спускает. Мы решили сейчас ее накачать, найти, где она спускает, заклеить, чтобы с утреца уже сразу можно было спускаться на воду и таскать хищника. Поэтому, хоть и темно, но, как говорится, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня, тем более на рыбалке. Нашел все. Тут спирт, вот водичка обычно. Вот, нашел. Да? Угу. Да. У нас есть латка, называется. Это жидкий ПВХ. Лодка ПВХ. Должно сработать. Такая маленькая дырочка. Вообще прям. Вот так у тебя, да, чтобы камеру видно. Такая маленькая дырочка прям за секунду. Вот она вот так вот. Оп. Немножко побольше возьму. Я думаю, хватит. Пенится, да? Пенится, да. Нормально. Второй слой сейчас сразу сделаем. Рыбалка это не только практичность, это еще эстетика. Поэтому из вот этой латки мы нарисовали рыбку. Смотрите, мордочка, тут у нее губки, здесь глаза, здесь вот так идут у нее чик-чик-чик-чик-чик. Ну, плавнички такие, да, шипы типа. Морская такая рыбка. Фёрджи, в русалочке может спокойно, в мультике сейчас. Распаковываем нашу новую лодку, которую купили сегодня утром. Вот, поэтому завтра поплывем на двух. Че, погнали? Первый раз ее качаем. Посмотрим, как раз до утра спустится она или нет. Она по размеру, кстати, такая же, как и эта, но немного модернизирована. У нее киль есть надувной. И по бортам отбойники. Отбойники. Ну и отдельно полы в чехле сейчас как. Ну, видно, что современнее она немного. Как будто iPhone новый покупаем. Точнее, купили уже, распаковываем. Егор, на завтра занятия тебе нашли. Попыт нашего детства. Ну. Точно, блядь. Я люблю полоску. Да. Ну, не попыт нашего детства. Самогонка никогда из моды не уйдет. Короче, лодка та же самая длина, но немного модернизированнее. Вот у нее, например, сейчас есть ручка спереди, боковые, как раз мы уже говорили, вот эти вот отбойники, и есть, и по ощущению, она чуть-чуть объемнее. Вот, плюс у нее киль надувной, это значит, уже на моторной лодке можно выйти на ней на глиссер. Так, ну что, время уже у нас 1:00 ночи. У нас в 4 подъем. Или во сколько там, пацаны, во сколько мы собираемся? Просто не взяла. 4 давай. В 4 подъем. К нам приехал Пашка, оператор наш, которого с нами изначально не было. Он там своими делами занимался. И вот подъехал под вечер. Застрял. Мы вернулись его вытаскивать. Минут 40 вытаскивали, сами застряли. Короче, все грязные. Сейчас вот кофеечек допиваю. И тоже ложусь спать. Все пацаны ложатся. Да, перед сном кофеек. Да, это 3 в 1 не работает. Вот, сегодня хотели пораньше, на самом деле, как уже получается вчера по времени, пораньше хотели выехать, не получилось, приехали уже, когда лагерь разбивали, сами видели, уже темнело, но мы все быстренько сделали, поужинали, и план на завтрашний день. Я, Вадим и Никита, ну и оператор Пашка, на 2 лодках отправляемся джиговать, здесь есть яма, нам показали яму, тут... Дядя Андрей Першин, это отец нашего оператора. Дым в глаза попадает. Отец нашего оператора, он рыбак, рыболов, как правильно.
знает хорошие глубины, нам сказал здесь яму отличную. Мы туда идем, коряшки, вот это там есть все, джиговать. А пацаны здесь будут готовить вкусную еду, Максим. Егор будет рыбачить. В лагере старший рыбак завтра будет Егор. Он остается, месит прикормку, собирает снасти. И, короче, отвечает за рыбалку завтра Егор. Учит Семена, учит там Максима рыбачить. Вот, потом мы приплываем, тут уже чик-чирик, еда вкусная, мы едим. И там уже дальше по обстановке посмотрим. Вот такие вот, короче, планы. А сейчас, наверное, нам пора всем спать. Ну, кстати, я слышал пару хороших ударов жереха. Я, может быть, завтра даже пару раз кину. Ну, Егор, очень смешно сейчас говорил, мы сидим, там тишина. Туда тут, в воде. Бубульк. Ты прям бух. Егор прям жерех. Завтра буду гонять его весь день. У меня с жерехом давние. На что, брат, начало ловить будет? Пацаны, если на мёс не глюет. Не, ну может, чисто я лететь, почему нет? Но. У меня больше ничего нет, кроме мопса. Кастмастер не остались? А, нет, нет, конечно, что? Все там осталось. Чабик оставите? Да не, не надо, не надо. Давай. Оставь чабик, он будет забрасывать. Ты мне... За дверь машины зацепит. Ну, за дверь не страшно, че. Ты мне чабик оставишь, а я его там оставлю. В воде где-нибудь. А я тебя здесь потом. Пацаны, приедете, поедите. Егор грустный, ничего, ну, будет полчаса, и поедем домой, чего переживать. Платвичка, она всегда, знаете, она рядом. Рядом с Егором. Не, попробуем, да. Завтра вместе просыпаемся. Давай, какая цель твоей рыбы? Ну, посерьезно. Честно, я завтра хочу поймать, возможно, леща. Ну, реально хочу попробовать леща. Где-то на киложку взять. Плюс карасика, думаю, может быть, тоже. Ну, вполне. Ну, есть. Ну, хорошего. Леща будешь заславить? У нас прикормку на леща. Да. Ну, платва попадется. Платвичка, да, платвичка. Платва, понятно. Платва, калинка, вот это. Слушай, а тарашки у нас нет здесь, да? Только там. Да там, где мы в Астрахани, на самом деле, тоже ловили не тарань. Просто все местные ее называют тарашка. У них все подлещик, густера, вот это вот. Все они называют тарашкой. И мы... Макс не верит, что здесь скумбрия есть. Пацан, скажи, здесь скумбрия водит? Прям копченая. Ну нет, прям не копченая, обычная скумбрия. Сонду, скажи, скумбрия водится здесь. Да не поднимается она. Ну сурец всегда скумбрия. Хватит сура скумбрия. То есть поднимает суру, волгу, аку и... Да и скумбрия. Макс. И вязь. Нет. А что ты не веришь, что скумбрия есть? И цна, вот, она сура, вкусная, не, сура, нельзя, из нашей речки вкусную поймать. Сура, ака, Волга и цна, вот четыре речки вот в нашей полосе, куда скумбрия. Смотри, приходит. Она не всегда, из года в год бывает по-разному, иногда поднимает скумбрия, иногда нет. Просто... Ну, где место рождения? Место рождения году... скумбрии где? Ну, то есть, вот, как говорится, там, форель, допустим, надо там ловить там, допустим. Где? Ну, я не знаю. Подожди, там, дайте все расскажу, смотри. Смотри, расскажу. Дело в том, что эта зима, видишь, какая была снежная. Хорошее было половодье, и когда хорошее половодье, поднимается скумбрия, бывает, к нам. Вот не каждую зиму, но в эту зиму вот поднимался. Мало! Я не говорю, что много. Конечно, мы ее не поймаем, но ее мало. Ну, вариант есть, завтра мне поймать ее здесь. Нет, Егор, теперь нет вариантов. Но мало, есть, но мало скумбрии. Вот, поэтому... Да нет, вы сейчас да подожди, я тебе серьезно говорю. И ты слышал выражение, ну, говорят, там, волжский лещ, а ты не слышал сурская скумбрия? Конечно. Скумбрию еще горует. В смысле? Да и вы просто сейчас... Но она сказка. Вы сейчас пользуетесь моим незнанием полностью. Стой. Вот смотри. Вот мы были в Астрахани. Да. На речке. Да. Каспий, да? Ну вот все речки подают в Каспий. Угу. Вот. И скумбрия поднимается. Ну то есть, ну недалеко же на самом деле. Так же, как и Вобла. Река Бузан. Вобла до Волгограда поднимается. А скумбрия, она покрупнее, рыб посильнее, она досюда, через Волгу, ну, в Сурну много. Бывает даже, это сейчас такие времена, когда уже не так много рыбы. Да, а раньше она даже мелкие речки заходила, скумбрия, ну, бывало, попадала. Сейчас редко это. А в Саратове вообще на гербе стерлить находится. Стерли, да, ну, на гербе, одну, ну, ее хрен поймаешь. Но она есть, она водится. Ну, а сетр, наверное. Короче, стерли. Мне кажется, по поводу скумбрии вы пользуетесь просто моим незнанием рыбы. В смысле? И да я тебе отвечаю. Даже вот, знаешь, ну в магазинах откуда скумбрия берется у нас? Ну да. Ну, наш потом, магазин. Ты что думаешь? Ее привозят. Откуда? Она прям... Я тебе отвечаю. Такая? Ну сколько скумбрия стоит? Не знаю. Ну сколько? Ну 150 рублей. А вот ты зайди в пивко, сколько стоит лещ? Сколько?
250. Ну, так же, блядь. Ну, ну и что, ты думаешь, скумбрию откуда-то привозят? Скумбрию откуда-то привозят? Ну. За 150 продают и леща у нас ловят за 150 продают. Одинаково. Вот. И еще знаешь, почему тяжело поймать, Макс? Тяжело поймать скумбрию, знаешь еще из-за чего у нас? Вот ты когда в магазине видел, вот вся рыба продается с головой же, да? А скумбрия без головы. Ну, что, нечем клевать. Ну да, она вот сюда заплывает без головы, и, блядь, она нечем клевать. Она копченая. Если забагришь, а без головы, как она тебя клюнет? Она нечем их схватывать. Вот. Поэтому мы тоже редко попадается. Ну, да, ну ты, наверное, обратил, но вся рыба с головой продает, скумбрия без. Да. Такая она заплывает к нам просто. Ну, да. То есть она пока идет, пизда у нее, башка гниет. Слушай, я теперь пил, выпью за скумбрию, за вас. Но завтра скумбрию поймать, я не знаю, что там. Вам будет подарок. Лечь. Скумбрия, блядь. Егор, на скумбрию, кстати, это... Огурцы. Которых нет уже. Ну реально, блядь, где скумбрия ловить? Морская, Максим, где скумбрия? Блядь, даже не в Каспии, просто в море. Я говорю, вы же пользуетесь моим незнанием. Скумбрия — это морская рыба. Че, давайте спать, короче, ребят. Истории все эти хорошие. Максим почти поверил. Как почти? Он же поверил, что мы завтра здесь скумбрию будем ловить. Без головы. Все, давайте, все, я уже допил. Погнали спать. Нам добрых снов. Вам приятного просмотра. Короче, специально встал пораньше, я так не встаю, я же не рыбак. Встал пораньше, чтобы нам перед рыбалкой приготовить завтрак. Так что погнали готовить. Проснуться, удивятся. Так, что, готовим завтрак для наших рыбаков. Там палатку уже начинает гнить. Поэтому нужно быстрее готовить, а проснуться голодные, злые. У нас тут все готово. А теперь быстро начинаем работать. Смотри, яйца как за ночь подмерзли. Так, ну вроде все готово. Надо всех будить, чтобы все пошли поели, правильно? Mm-hmm. Пойду разбужу. Макс! Макс! Это ты нам завтрак приготовил? Почему так холодно? Макс пораньше проснулся и завтрак нам приготовил. Сейчас снег пойдет. Сыр будет. Я буду. Пойдем. Макс, сейчас если снег пойдет, мы вообще не порыбачим. Макс пораньше проснулся, приготовил нам завтрак. Не, ну приятно, приятно. Вот, настоящий друг, товарищ. А у меня в карманчик. Не, просто сам вообще есть хочу. Просто сам проголодался. Замерз ночью, проголодался. Все. Ночи уже холодеют. Вот на прошлых выходных мы спали, я в палатке спал просто в одних трусах, раздевался на пенке и потом уже под плед укутался. Нормально, в одних трусах, без футболки. Сегодня уже в термобелье под пледом прохладно было. Вот, и конденсат в палатке образовался. Кто знает, напишите нам, пожалуйста, как избавляться от конденсата в палатке. Вот стены намокли. В прохладной палатке спали немножечко не так комфортно, как
на прошлых ходах. Ну нормально, я вот сейчас куртку откуда-то откопал, тепло мне. Чих. Жарище. Горю весь. Луна красивая. Пацаны, я засыпал в июль, почему проснулся в ноябре? Ты мне скажи, пожалуйста, ты вот под дождевиком спал, укрылся дождевиком, тебе не холодно? Честно, очень холодно вообще. Вообще капец, у меня ноги просто. А почему ты до дома с дождевиком накрыл? Почему вы меня не слушаете? Я вообще... ситуация, я уже просто что видел, то и накрывался, все. Я вчера сказал, вы замерзнете. Нет, я спал в машине, ты спал неделю назад, совсем другие ночи были, совсем другая погода. Прикинь, как быстро. Нет, всего лишь неделю, позавчера еще нормальная погода была. Все, я сразу знал, замерзти. Нет, блядь. Завел хотя бы машину бы. Люто с утра. Любо-дорого смотреть. Ну-ка. Вот, ты мне должен сейчас по рукам. Я вот так беру, а ты мне по рукам давай, Максим. Ну-ка. Это на ногу. Давай, ложечки возьмите. Свиное ухо. Это на самом деле колбаса. Колбаса, она выглядит как свиное ухо. Хорошо обгорела мразь. Небольшое происшествие по кухне. Хлеб нам. Я говорю, сейчас, нет. Я говорю, ну сейчас завтра готов надо. Батончик новый взять. Угу. Я же его на вечер оставил. Вот тут. Егор ночевал на машине. Егор, ты машину. Да я отрежу сейчас. Ты шандарахнул. Вадим еще не проснулся, пойдемте будить. Вадя, погнали. Пойдем, уже завтрак готов, брат. Назар встал раньше всех и приготовил завтрак. Знаешь, почему так холодно? Потому что Назар проснулся и приготовил завтрак. Молодец. Егор, у меня на спине или на чехле линейка. Зачем? Че измерять, да? Смотри. Скажешь, член рыбалку, на сегодня у тебя окончено. Нет, я хочу остаться. Скажи, смотри, ну, 70 сантиметров, значит, это первая палка, ну, которая самая основная. Первая. Это рыбу измерять. Есть же запреты. Ну, типа, там, клещ не меньше, там, 30 сантиметров. Или там, скольки. Я не знаю эти запреты, я не разбираюсь в них. Мне не интересно. Реально? Да. Айку. Сегодня ловлю на спиннинг айка. Про джиггер, нахуй. Про джиггер. Айка. Все, значит, сегодня я буду на джиг ловить. У меня сегодня... Без названия, а во. Дагас. Сегодня буду ловить плотвичку. И все, что есть в этом водоеме, на дагас. Возможно, ёж попадется сегодня трофейный. Ну. Егорчик, ты у нас какую рыбу собираешься ловить? Леща. А у нас какое время года сейчас? Лето. Небольшая несостыковка у нас зима, плотва по прикормке, на. Лето на леща, да? Попробуй. Попробуем. Походу, не оставить без улова. Это который мы выиграли на соревнованиях. Тут, да? Еще два пакета есть. Тут зима, плотва, шоколад. Который мы проиграли. Здесь зима, плотва, конопля. И вот зима, плотва, шоколад. На. Занимайся, да? Да, занимайся как хочешь. Спасибо. Еда, река, солнце сейчас выйдет, туман, вот этот дымка. Ой. Потому что я за божественный отдых. Вот трезвый такой человек. Ну что, Егор у нас хочет научиться, как вязать крючки. Я им пытаюсь показать. Я, к сожалению, немножечко забыл способ вязания крючков от Рудольфича, который был с нами в Астрахани. Вот, сейчас завязал крючок. Он вроде держался, но он зацепился за Макса, крючок отвязался. Соответственно, если бы клюнула хорошая рыба, то я бы ее не доставил до берега. Вот Тёпла сейчас свой метод вязания крючка мне показывает. В принципе, немножечко понял. Сейчас еще раз наблюдаю. Ну, практика тут по-другому никак.
Надо практика. Скалаться больше. Вязать. Да, все получится. Так, короче, сейчас мы, значит, спускаемся на воду, позавтракали. Максим молодец, проснулся раньше всех, приготовил нам завтрак, заварили чаек, кофеек, попили. Сейчас мы спускаем лодки на воду и выбираемся за судаком и щукой. Я надеюсь, хотя бы из... Ну, у нас, короче, в три спиннинга будем ловить. Я думаю, хотя бы один из нас поймает хотя бы одну рыбу. Правда говорят, что Егорыч не поймал ничего у вас на канале, Макс? Ловил. Было. Руками? Ну не, ну знаешь, вот... Я руками больше поймал, чем с удочки. Егор из рыбалки, это, знаешь, когда ездили на леща, ну, поймали там, ну, пацаны поймали по пару лещей, там Артем этот, который, ну, профессионал там, ну, понятно. Он там 38 поймал, например, да? Ну. Все поймали лещей, да. Егор, блядь, одну плотву поймал, вот все лещей поймали, я не знаю, как это. Ну, первое Причем место. Поймал на то, что а где твоя удочка, вот ты только сейчас ей махал, она... Вот, я тебе смотрю. Нет, расскажи, как ты поймал плотву. Егор, надо, твоя удочка сегодня без лески. Пока сегодня, мы сейчас ее... И вот Егор стоит, и вот у него вот это вот. Егор, ты мой спиннинг, наверное, собираешь. Не-не-не, теплый. Это уже мой спиннинг. Ты уже нам ничего не сделаешь. Вот. Так, ну что? Значит, спустили лодки на воду, пацаны, нас уже ждут вон. Плывем за судаком и щукой. Красиво, конечно, тут. Красиво. Потому что это Россия. А вон, смотри, в лагере у нас пацаны там. Дымок. Пацаны что-то там суетятся наши. Нормально, пацаны! Счастья вам! Сейчас пацанов догоняем. Можно уже джига ловить. Че, пацаны, вот первая точка у нас. Вот от вас метров 15 можно бросать. Есть ощущение, что один раз какой-то тычок был, но может это просто об камушек какой-то. У меня вот старый спиннинг мой. Вообще идеально тоже по джигу отрабатывает. Вот я говорю, я когда... Но опять же, вот он идеально отрабатывает, я же думал, типа, прикольно, у меня типа спиннинг, все чувствую. По сравнению с этим. Ну вот это берешь и тут прям как вот на мормышку все чувствуешь. Что-то тут какой-то удар был, непонятно, что это такое. А вот у меня поклевка была, пацаны. Только... Джигом же как, надо прям очень хорошо подсечь резко. Ага. Стоим на месте без якоря. Спил с теплой? Одни зацепы здесь.
Так, что, короче, пацаны уплыли на двух лодках ловить хищника, вот. Джиговать будут, значит, вот ловить судачка. Вот, щучка, может, и попадет у кого-то. Вот, а я здесь, значит, за главного рыбака на берегу один. Вот, сделал две снасти сам. Теплый мне единственный только крючок там помог. Второй крючок я уже сам взял. Вот, всю оснастку, в принципе, сам. Вот, прикормки намесил. Сейчас буду, ну, надо воду ее немножечко разбавить. И, как говорится, ершат уж по-любому поймаем. Ну, по ершу уже не интересно, я уж профессионал по ершам. Вот, поэтому сейчас будем попробуем леща, что-то плотвичка. Хотя, как говорят пацаны, что лещ отсюда ушел уже. Вот, в Сурское водохранилище, где мы были, в прошлую рыбалку. Ну, плотвичка, может, попадется. Вот. Посмотрим. Даже попробую закинуть туда вот в кусточки спиннинг с блесенкой. Посмотрим, может быть, там щучка какая-нибудь даст мне свечку. Вот. Ну, добавляем, значит, водичку. Мы сейчас прикормку намесим. Прикормка зимняя. На плотву. Приехали ловить леща. Ну, я. Кайфуют лодки. Меня не берут, что я пока такой себе рыбак. Давайте там уж подписчики напишите, типа, возьмите Егора с собой в следующий раз в лодку. Он вам наловит хищника. Ну ладно, ничего, ничего. Тоже потом отловимся. Хотя у меня давние счеты еще с Астрахани, с Жерихом. Не разобрался я до конца еще с ним. Вот. И щучек хочется потягать у нас здесь. Я сам первый раз замесил прикормку. Короче, буду делать, короче, сейчас три прикормочных заброса. Во-первых, значит, всем привет. Доброе утро. Шикарная погода. Находимся мы в Колдаисе, если я не ошибаюсь. Ехать сюда по Колдаису, ну, это уже там припекнется немножко. Значит, остался в лагере за старшего повара. Ну, собственно, как всегда. Егор за старшего рыбака, что очень смущает меня. Я за старшего повара. Вот. Сидим, значит, прикайфовываем. Сегодня будем готовить очень интересное блюдо. О, реально очень интересное. Очень достаточно сложное. Но я думаю, по итогу получится круто. Но вы точно удивитесь. Я вот прям 100%. Вы прям на паузу ставьте. Ставьте лайк. Авансом ставьте лайк за то, что вы удивитесь. Значит, пацаны уехали на лодках под какие-то коряги. Я не знаю вот эти все их рыбацкие вот эти вот темы. Я знаю, вот Кастмастер что-то у них там вроде с собой. Лодка, Кастмастер и все, больше ничего не слышал. Вот, а мы прикайфовываем, ждем. Ждем, когда можно будет готовить обед, потому что обед готовить в полседьмого утра тоже, сами понимаете, неперспективная тема. И все, приедут ребята. Вот как будет сейчас, рассказываю план. Я сейчас сижу, прикайфовываю. Значит, около, смотрю фотографии там всякие в инстаграмах молодежных. Вот, приезжают ребята, говорят, что они ничего не поймали. На тот момент уже у Егора 9 сомов. Вот, ну, плюс-минус от такого до такого. И одна плотвичка, ну, это первая у него всегда так. Вот, приезжают ребята, жму им руки. Они уезжают заново, и мы начинаем готовить обед. Все, приятного всем просмотра. Настоящий русский зацеп. Считается это зацепом. Как ни крути. В общем, если мы сегодня ничего не поймаем, то это будет очень плохо. Мы тяжело добирались, тяжело выбирались из города. Мы уже порвали по несколько резин, еще порвем. Поводки, расходники, потеряли якорь. Ну, я думаю, бог рыбалки должен нас сегодня наградить каким-нибудь судачком на кило. А вот этот, думаешь, что такое? Зубы. Вот этот, как думаете, что такое? Пацаны, у меня удар был, и прям, сейчас вам покажу укус. Прям три зуба, прям от зубов такие рваные раны.
джигуют в яме, а я сейчас смотри. Из кусточков щуку достану. На вертушку прям вот. Бля. У меня только поклевка была, вы шугнули, пацаны. Короче, еще интересно, как там Егор собрал снасти, донки. Ну, он фидер собирал. Что у него там получилось? Как он закормил, клюет ли у него или нет? Тоже на самом деле интересно. Есть, есть рыба. Бля, может сорвалась, слушай. Нет, есть, 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 сидит, сидит. Так, Егор, что там? Есть рыбу, что хочешь сказать? Что-то плескалось прям. Есть, есть, есть. Опа. Опа. Сюда ее на берег. Красава. Опа, она. Егорыч, тебе аплодисменты из палатки. Главный по рыбалке на берегу. Вот она, где рыба сейчас, пацаны. Что там, что там, что там? Да что, Макс, я кинул в палатку, что ли? Не, нормально. Слушай, давай, Макс, завяли ее, сейчас похавай. Сейчас на мангальчике я быстренько. Здорово. Вот этот Егор тебя поймал. Ты что на меня? Это засолочку. Вот на засолочку. Красава, Егор. Танец, Егор поймал рыбу. Не хотел, конечно, я. Это ждем. Ну, за Егор это грех. Так, Егор, там в ящике еще 12 штук. У нас в лагере тут движение, значит, наводится просто. У нас человек вообще с палатки комментирует, то есть. Ну, первая рыбка. Давай, пока. В бассейн. Слышь, там пока ждут. Тихо, 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 успокойся. Это, ждут это понятно. Короче, червя они хотят. Думаешь? Ну, червя. Может, банку сам кот набрось там. Ну, это там точно сом туда подловит. Или, мужик, или мужики с соседнего берега там где-нибудь. Бля, снимай, снимай, снимай. Есть, никто у нас не ой-ой-ой, это что-то покрупнее. Серьезнее, что-то. А, бля! Ушел, 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 сука. Падла. Че был? Карась. Большой? Угу, хороший. Че ты нервничаешь, Егор? Нервничаешь? Да когда рыба уходит, это же вообще все. Беда. Значит, вывод. По выуживанию, по доставлению рыбы на берег есть проблемы. Не клюет. Вот что хочу сказать. По хищнику сейчас. Джиг, резина. Я вон вертушку поставил. Ну, бля, речка, сура. Ну, кстати, сура мне никогда не нравилась по хищнику. Вот, когда в Мордовии жил, мы ездили часто на суру рыбачить. Но вот мне не всегда она нравилась по хищнику. Всегда не так сильно отлавливались. Вот на мокшу приедешь, без рыбы с мокши не возвращаешься. Прям щука, окунь всегда хороший. Окунь есть. А вот на суре, ну зато на суре я вот рекордного жереха на 4 килограмма поймал. Короче, судак не хочет, щука тоже. Заряжаем на окуня. Ну, троечка, конечно, великовата для окуня, но я думаю, если он клюет, то он клюет. Если он не клюет, то он не клюет. Пока не клюет. Продолжаем джиговать. Джиговать.
сказать. Опять червяк видит. Они сейчас будут на месте. Нет, на месте. Чуть-чуть коцать начали его. Пройдемся по дну. Это G-головка. Бакс. Зеленый цвет. Резина бакс. Бакси. Ай, в рыболовных кругах ценится. Посмотрим, как себя проявит на нашей рыбалке. Не соврать, метров 150 кинул. 400 где-то примерно на скидку. У меня была поклевка сейчас. На паузе прям. Вот только что. А? А, у меня хвоста нет, смотрите. Вот вам подтверждение того, что у меня была поклевка. Сука, хвост откусили. А значит, это щука или судак. Ох, вряд ли. Хотя, может дербануть. Прикольно. Ставим такую же. Крючок побольше поставлю. Вот так вот. Уже поинтереснее стало с поклевками ловить рыбку. Ну, то есть такая ощутимая поклевка была. Значит, мы ставим, вот у нас была вот такая. Теперь она без хвоста, не знаю зачем. Ставим такую же. Ну что, это бакси? Это бакси. Пока вот только на ней результат. Нулевой, но... Но с поклевками. Рыбу, рыбу тащу, говорит, на рыбу. Ай-яй-яй, кто это у нас? А это мой любимый ёрш. Ёршовый убийца здесь. Набери. Все, вот он, ёршик, мой любимый. Короче, нашел ёршовую яму. Вот что могу сказать. Ну, в этом я залип профессионал, конечно. А вот он. Падла. Я не за ёршом сегодня пришел. Звонил Егору. Он, короче, говорит, то, что там на берегу поймал леща, карась сорвался. Вот. Наверное, пойду соберу фидер, половлю на фидерочек недолго. Вот, а пока пацаны пускай тут половят на джиг. Были две поклевки у меня хорошие на одной. Одна такая вначале была интересная поклевка. Даже зубы, следы от зубов остались на резине. Я не знаю, чьи это судаковые, щучьи. Вот и совсем недавно была поклевка. Очень сильный удар на долгой паузе. Не смог подсечь, не реализовал я ее. Не знаю, пацаны, может быть, останутся, полоют еще. Я пойду на берег, что-то уже и ноги затекают немножечко. Да и коряк здесь много, постоянно зацепы, нужно постоянно отцеплять. Больше отцепляем, чем рыбачим. Но нас предупреждали, что так будет. Были к этому готовы. Но все же, прям все закоряжено здесь. Ну, как раз рыба и сидит в корягах. Это то, что нужно, то, что нужно. Погнали, наверное, в лагерь мы, да? Делаем вот такой монтаж. У меня, значит, скользящий груз на стопорке. Сюда мы вяжем узел, фидерганчик. Сейчас мы подвинем сюда вот так вот. Оп, оп, удавку просто делаем. В удавку засовываем. В удавку засовываем фидерган с двумя петлями. Затягиваем. Вот так вот. Нормально. Здесь я сразу двойной узел вот так вот делаю. Потом вяжем поводок. Вот это рыбище. На засолку сам эту. Поджал ты там.
есть что? Пожалуйста. Мелкая плотва, а чай очарование. Вот, смотрите, какая красивая, без клещей, мелкая, смотрите. Красноглазочка. Ути-пути, кошке пойдет. На червя. Вот он. Вот сорвался, мне кажется, вот такой же, да, где-то? Ой, блядь, какая-то. Побольше, мне кажется. Даже больше, наверное. На сковородочку его. Аккуратнее. Вот так. Берешь, на леску палец ставишь. Есть. Есть, пацаны, вот есть. Себе. Что там по Европе плюс? Ну еще мельче, чем там, мне кажется, сейчас попался. Что там по Европе плюс? Ой, так, я, короче, сейчас по мелкой плотве специализируюсь. Да, да. Никита Васильевич достает тоже. Почему у меня в этот раз получается ловить? Я раньше получался. Потому что, во-первых, мне пацаны подсказали монтаж какой сделать. Вот. Во-вторых, оставили меня одного. Я тут как научиться плавать. Есть, да, такие вот теории, может быть, у кого-то так и реально применялось. Когда просто из лодки там или на берег просто воду кидают ребенка, он типа вот плыви там, да, типа батя такие, да вот плыви, давай. Шо, у меня, кстати, клюет. И очень хорошо, даже клюет. Но, по-моему, мы пустые. По-моему, мы пустые. Но клюнуло хорошо. А, нет, есть, 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 есть. Я так сильно клюнуло, конечно. О, плотвичка. Хорошая, красивая. Ну, побольше, конечно, размерчик. А так вот, плотвичка. Это я пальцем на пальце держал. Я пальцем. Есть, есть, да, мелко. Скумбрия сейчас без башки будет, мать. Короче, вот такая мелкая плотвичка, вот поклевывает у нас. Ну, тоже рыбалка считается, правильно? Напишите в комментариях, считается рыбалка, не считается. Я считаю, что считается. Я сегодня поймал плотву, ерша, подлещика, мини-лещика, окуня и карася. Просто. Кого мне осталось? Да, кого мне осталось? Щуку поймать из этого. Судака, даем. Жереха. Судака, жереха. Ага. Назад подцепи. Сидит, да? Назад. Да. Ну подцепи, да, я выложу этот кусок. Хотя, стоп. Отцеплен, наверное. Просто летел, да? Не, ну. Не, мелко, мелко. Угу. Вот так. Смотрите, какая рыбка, меня фрикцион дернула. Какая? Маленькая какая? Что-то есть мелко. Ты там не лази, пока нельзя. Константин. Название, что там, вот чайник. Такая мелкая плотвичка поклевывает. Сидим, рыбачим. Барахтается, бултыхается. На, вот. Плотвичку надо? Надо, не надо? Так, короче, у нас тут буксир. Так. Друг, смотри, как я тебе в ногу что не воткну. Опа! Все, о, вот это интересно. А вот это уже красота. Сюда на коровий пляж.
однажды ездили зимой. Причем ездили от Камайки, да, в мини-снегоходах. На двух снежиках вчетвером. Вот прям сюда приехали, и, бля, один сломался. Ну, мы в итоге погрузили сломанный снежик в санки и поехали уже вчетвером на моем. И уехали. У меня видео на Ютубе есть. Подписывайтесь, ставьте лайки, все дела. Вот здесь надо вставать. А у вас якорь-то есть? Конечно. Да. Ништяк. Вот этот вот участок как раз вот вам будет удобно. Правильно? Вот так? Да, пойдет. И вот тык-тык-тык к берегу. Вот этот вот весь сектор. Так и обдолбуете. Ну, пауза, ну, сколько она тут? Ну, секунду. Две. Судаку достаточно. Судаку достаточно там полсекунды. Прям вот она, он успевает. А посмотрим, что на дне. Рыба была, напиши в комментариях. Какая-то шелупонь. С удачей. Это напильник. Экшн пластик рулит. Реанимировать не надо, он свеженький. Давай. Напильников надо выпускать. Это не еда. Это спорт. Итак, Иваныч, 10 минут прошло. 10 минут для рыбалки, конечно. Вообще не так много. Тем более для хищника и для джиги. Смотри, видишь, тут много терпения, да? Ну да, это же как, вот бывает, ты ни одной не поймаешь, бывает одну и радуешься. Для хищника редко бывает хорошо отловился, там штук 7-10, ну, например, поймал. Это прям для хищника редкость, когда попадешь на какой-нибудь клев или жор. А сейчас довольствуемся хорошей погодой. И выходные. Вообще приятная атмосфера здесь. Менее такие дикие места. Не так, кстати, сильно загажены берега. Тоже есть, конечно, мусор, но не так. С мусором осторожней, пожалуйста. Взяли, сейчас же все, есть мусорный пакет. Собрали в багажник, кинули, утрамбовали ногой. Если надо, сами не поехали. Оно потом вам воздаст. Правильно говорят? Конечно, конечно. Ребята до мусорки доехали, выкинули, за вами вернулись, вы пока прошлись. Ну реально, находите все силы. Пейте меньше. Хотя это на самом деле не влияет на воспитание сколько. Можно выпить на рыбалке. Мусор надо забирать. Да? Это вам мы говорим. Есть хорошие люди. Мы были на рыбалке, просто там попадаются рыбаки. Смотрю, весь берег убирает просто он. Ну, типа, человек, который едет на природу и понимает, что он делает. Не просто, типа, приехал, ну да, отдохнул. Взял свое и природе оставил, блядь, свои остатки жизнедеятельности. Это мы тоже, плохо. Мы тоже по возможности... Нет, за собой точно убираем и по возможности... За чужими, да. Важный информация. Так, ну что, вот мы на кухне вернулись, так сказать. Смотрите, во-первых, какой мне пацаны купили стол. Ну это же просто какая-то красота. Вот это уже... Нам служат так для продукции, ну вот это, смотрите, шумовочка висит, тут у меня вот все как надо, в общем, работать одно удовольствие. Сегодня мы будем готовить такое достаточно, может быть, простое блюдо, но и необычное. Необычное, вы поймете, это уже ближе к финалу нашей подачи, так сказать. Блюдо называется чешская гуляшовка, если я не ошибаюсь, я, может, неправильно сказал, поправьте меня в комментариях. Горит у нас огонь, добавили масло, лучку, чтобы казанчик обновить по-быстрому. Сейчас будем резать картошечку, которая нам будет нужна в это блюдо. Вообще, давайте я скажу, какие ингредиенты у нас. Картошка, морковь, лук, зелень, свинина, паприка, томатная паста, соль, смесь перца. Пока Макс готовит супервкусное блюдо, как обычно у него, все вкусно. Вот, пацаны уехали на лодках джиговать за судачком, а у меня вот окунь пошел. Второй уже за сегодня. О, поймали. Продолжаем дальше. Дело у нас идет мясо. Некоторые просто не любят, поэтому сразу отрежу вот эту верхушку. Не, ну конечно, мяса опять мы взяли очень много. Надо всем продавцам вообще в нашем городе сказать, что нам не продавали много мяса. Потому что ну куда это столько? Мы
даже это на 8 человек, нас 8 человек сегодня, это много, ну реально много. То есть это перебор опять. Ну, посмотрите. Значит, блюдо, которое я сегодня готовлю, чешская гуляшовка. Вот. Там много разных вариантов, это вот как плов, знаете, там нельзя понять, какой правильный. Можно с говядиной, там кто с чем не делает. Мы вот зашли сегодня в магазин, вчера точнее, зашли в магазин перед отъездом. Хотели взять говядину, но говядина была 800 грамм. Я вот только сейчас, и решили взять свинину, 2,5 килограмма. Только я сейчас понял, нужно было брать говядину 800 грамм. Ну куда это столько? Даже я уже говорю, что это много для пацанов худых. Это вообще опасно. Так, что, масло у нас нагрелось. Отправляем масло. Отправляем мясо в казан. Только пар пили, чтобы масло не остыло. Мясо у нас отправилось в казан. Доводим его до золотистой корочки, чтобы оно закрепилось. Ну, как я вам говорил, посмотрите, как много. Куда мне тут еще что-то положить? Ну, нет, места больше. Будем, значит, просто мясо есть. Отправляем сюда лук. И теперь все, это перемешиваем и даем пожариться с лучком. Посмотрите, какой огонь. Работаем на хорошем огне, потом мы его убавим. Но сейчас работаем на хорошем. Мы продолжаем готовить. Добавляем вот такую баночку томатной пасты. Надо дать пасте пожариться, протомить ее, так сказать. Так, дальше мы режем морковку. Вот так вот. Морковка у нас пойдет в казан вместе с картошкой. Добавляем сюда нашу картошку и морковочку. Вот так вот высыпаем. Высыпаем, высыпаем. Так вот ее распределяем. Распределяем. Все немножечко посолим. Посолим. И добавим смесь перцев. Теперь всю эту красоту мы заливаем водичкой. Заливаем, заливаем, заливаем. И оставляем томиться минут на 40, это точно. Закрываем крышкой. В чем, собственно, самый главный это был прикол? То, что подавать мы его будем вот так вот в хлебе, так сказать. Сейчас убираем вот так вот. И отсюда будем убирать вот так вот мякоть аккуратненько. Это остальное можно рыбкам, да? Эх, ты его хищник цепанул разок, пацаны, посмотрите. Пишет. Вот он попадал в рот хищнику. Вот. Смотри. Вот его, вот он убежал. Это чешуя, да? Не, ну это рана у него, смотри. А, реально. Вот прям в зубы хищнику, прям вот смотри. Отпусти-ка его, живучий. С хищника ушел, пускай отсюда уйдет, я не глубоко заглубил. Вот, честно. Вот смотри. Это по-честному, надо отпускать. Да, ну, тем более. Ну, смотри, какая у него судьба. Он... Да, да, да. Не-не-не. Боец. Это нам воздастся потом. Обухать пиздец. Ну, пацанам, дайте что-то варить. Я просто ем, что ли? Да, ты просто ешь. Ты не пробуешь, ты просто ешь. Не поймал. Правда. Давайте, короче, дадим настояться ему немножко. Пусть настоится, мы пока доведем до конца дело с нашим булочком. Ну так, все, сейчас по-быстренькому сделаю, чтобы все-таки суп сюда будем наливать, как бы не пробил днище, так сказать. Немного угол поменял, закинул подальше, все, сразу рыбка. И есть ощущение, что чуть-чуть покрупнее.
чуть-чуть покрупнее, чем обычно. Вот это царь плотва считается. Хорошая, смотри, жирная плотвичка. Вот это вот приятная плотва. Такую плотвичку мы любим. Подходим к логическому завершению. Вот такие у нас сегодня тарелочки. Так вот, хоп, сюда. Хоп, сейчас. У нас нет половничка, просто ножичком накидаем сейчас сюда. Бульончиком. И можно вообще взять на какой-нибудь стаканчик. Так вот закрывается. Вручается. Употребляется. Ну, теперь да нищ надо... придерживается. Ну, конечно, это, это кусай и да, оттуда ешь. Так, Егор, что ты? Вот щит! Это есть, но это хлеб, в смысле, понял? Это new level, motherfucker! New level, motherfucker, is a cook, is a power, is my friend. Yeah. Никитос, иди быстрее, тут счет же на секунды. Либо уж есть вот со штанов, она же нет. Разъедает. Разъедает? Я иду есть. Короче, я иду есть. Погнали. Максим, первая партия пацанов уже покушали. Что ты мне предлагаешь? Фу. В натуре. Давай, жуткаря еще туда. Я взял вот этот стакан. Я помочь, просто нет этого. А прям завари туда кофе. А наши уважаемые телезрители, Максим вот этот накладывает. Ну как, телезрители, если кто смотрит наш канал. На телеке. Да, на телеке. И уважаемые монитор-зрители и уважаемые телефон-зрители, смотрите. Берем, ох ты там че, открываем вот эту кубышечку. Смотри, что получилось. Вот это можно есть, да, вот так? Конечно. Ну-ка, ну-ка. Еще раз меня заденет. Я тебе глаз высосу. Пойдем, смел. Отличная вода, пацаны. Как принято говорить, то, что на природе любая еда гораздо вкуснее, там, 10 миллионов раз. Но у нас в натуре очень вкусно получилось. Это у кого принято? Ну как же. На Руси. У всех, смотрите. Это не может получиться невкусно. Объясню почему. Мясо, свинина, казане, вот это вот. Томленное, плюс здесь картошка, овощи. Они всегда дают свой вкус. Это, ну, пушка, пушка. Вот я ем и не преувеличиваю, что это. Гастрономический респект, мне живот говорит. Назару. Я первый раз такое ем. На картинках я такое видел, но вживую первый раз. Максим Константинович, вы шедевральны. На самом деле, я вот за ребятами слежу, за их творчеством в интернете. Я так на них тоже устаю смотреть. Но что-то пока они в офисе, они такого не готовят, конечно. Еще я лично заметил такую закономерность, не знаю, пацаны согласятся со мной или нет. Когда у нас плохо клюет, то еда получается вкуснее. Как будто Макс чувствует, вот это компенсирует. Ну, типа, мы когда отловились, ну и еда у нас, она в любом случае всегда вкусная. Но или простая. Просто якорь когда у нас. Да, а у нас сегодня мы якорь потеряли, теплый спиннинг поломал. Ну, понятно, и мы сами в коряжник заехали, много чебурашек, много резины там оставили. Вот, я второй якорь чуть не утопил, но в итоге... В итоге все вкусно, правильно? В итоге еда просто божественная, бомбическая. А вот эти вот еще вот эти помидорки с неотрубленными жопами, вот это так вот. Должно быть, это же речка. Это же природа. Угу. Смена погоды. На рыбалке не прет. Мы люди, у которых клюет. Егор проспал рыбалку. Люди, у которых клюет. Приехали с ночевкой. Люди, у которых клюет. Лайк оператору. Люди, у которых клюет. Мясо опять много. Люди, у которых клюет. А кто-то взял горчицу. Люди, у которых клюет. Закормили точку. Люди, у которых клюет. Неси подсак. Мы люди, у которых клюет. На рыбалке без казана не увидишь Назара. Собрать мусор после ловли, ха. Ха, это без базара. Если кто-то против, сундук даст по лицу. А может повезет? Только новичку. На рыбалке тройничок, это не секс, это крючок. На пруду теплый сидит. Ну чё, клюет? А мне за руль еще. Вадим заберет точно свой трофей. И громко крикнет пацана. А ну-ка чай налей. Мы люди, у которых клюет. Егор проспал рыбалку. Люди, у
приехали с ночевкой. Люди, у которых клюет. Лайк оператору. Люди, у которых клюет. Мяса опять много. Люди, у которых клюет. А кто-то взял горчицу. Люди, у которых клюет. Закормили точку. Люди, у которых клюет. Неси подсак. Мы люди, у которых клюет. Пройдемся по дну. Это G-головка. Повару Назару завяжем рот веревкой, чтобы меньше ел и готовил вкусно. А сундук узнал, где у речки русло. Нам рыбачить в кайф, и пусть в садке нашим пусто. С нами Паша, оператор, ему в дождь не грустно. Идем на хищника. Да, мы взяли воблер. С пивом никаких чипсов. Только воблер. Мы люди, у которых клюет. Егор проспал рыбалку. Люди, у которых клюет. Приехали с ночевкой. Люди, у которых клюет. Лайк оператору. Люди, у которых клюет. Мяса опять много. Люди, у которых клюет. А кто-то взял горчицу. Люди, у которых клюет. Закормили точку. Люди, у которых клюет. Неси подсак. Мы люди, у которых клюет. Так, значит, завершилась наша рыбалка на реке Сура. Самой главной целью у нас был судак и щука. Мы утром на двух лодках, двумя бригадами выплывали джиговать. Ходили, правильно говорить, на лодках ходили. Джиговали, перетеряли огромное количество резины. Потеряли один якорь. Но впечатления остались хорошие. У нас никогда плохих впечатлений не бывает. Даже если мы ни хрена не поймаем, все равно у нас хорошие впечатления. Вот. Ну и чтобы не горевать, здесь на берегу закидывали фидеры. Вот, пожалуйста, результат. Так, Егор, забери себе колокольчик. На тебя. Давай. На козырек. Ну, маленький плотвичек, короче, вот. Чуть-чуть наловили маленькой плотвы. Вот покрупнее я поймал. Вот егоровский карась. На киложку. Вот карась на килограмм, Егоровский, да? Ну нет, 800 грамм. На глаз Егор сказал, что это 800 грамм. Вот. Сколько? 800. 830, может. 830, вот. На самом деле у меня вон, смотри, еще. Подлещик 510 лет. Вот, да. И окунь вот этот на сколько? 350. Это горбачик. Горбыль. Горбач, все правильно. Горбач. Горбыль. Вот. Такая вот рыбалка. Макс там сегодня приготовил какую-то бомбу в хлебе. Там было очень вкусно. Спасибо. Кому понравился рецепт, спасибо, кто хочет такой попробовать, пожалуйста. Сами готовьте. Очень вкусно, да, Макс. Макс, возможно, даже оставит рецепт в описании, в комментарии. Но он так давно не делает, он ленится. Ага. Пишите в комментариях, чтобы он оставлял рецепт в описании. Наверное, по нам видно, что мы немного устали. Мы поспали всего полтора часа за ночь, потому что Максим включил свой будильник, и у него всю ночь просто делень. Удивить решил нас. Да, мы не поспали толком, короче. Удивил нас, да. Приготовил завтрак, мы толком не поспали. Утром скворец прилетел, говорит, будильник свой выключите, придурки. Вот, и улетел он обратно. Но сильное удивление у тебя. Ты со мной в палатке спишь, и будильник звонит. Я ведь тоже просыпаюсь от него. И? Сюрприз у тебя, да? Типа, проснулся, поесть, приготовил. Это было... Так получилось. Не забывайте нажимать на подписку, подписываться на наш канал, ставить большой палец вверх, ставить колокольчик и обязательно пишите комментарии, понравилось вам такое видео, не понравилось вам такое видео. Как вам Егор? Он сегодня всех обловил, да, по-моему? Нет, я обловил. Да, что стесняюсь, да. Все, Егор всех обловил, сегодня поймал две. Ну как, карась на килограмм, ничего себе. Ну, 750. А платочек сколько? Я еще плат пускал. По полкило, да, вся плата? Да, примерно. Йор, считай, вершовую яму. Одного отпустил. А второго почему нет? До свидания. А я его сильно заглотил. Пошел кухню собирать. Пока! Кого нахуй ноги? Давайте, погнал я. Он уплыл? Да, блядь, уплыл. Если нажмешь вот сюда, то подпишешься на наш канал. Если нажмешь вот сюда, то посмотришь годное видео. Также крутые видосы находятся тут и тут. Ну и не забывай поставить нам лайк, потому что для нас это очень важно. Мы люди, у которых клюет.